Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено обзору западков. Какие западки бывают, как все это, как работает, как заряжать западок. Ну, покажу, как пакую, как отправляю. Просто многие переживают, как доезжает, поломается, пока доедет, ну, в плане доставки. Значит, смотрите, перед нами сейчас стандартный западок. Это вот этот. Длина у этого западка 50 сантиметров, высота примерно 20 и ширина примерно 12. Западок оборудован специальным отсеком для содержания манной птицы. То есть мы, если ловим, допустим, ловим на щегла, сюда садим щегла. Ловим на чижа, сюда садим чижа. Ловим репла там или снегиря, соответственно, сюда мы помещаем снегиря или репла. Закрывается на двойной замочек. Сюда мы можем ставить поилку, жердочку и корма насыпать или на пол, или поставить кормушечку. Там птица сидит, кушает, воду пьет и привлекает своих сородичей. Значит, как работает западок? Смотрите, я его зарядил. Здесь вот сейчас мачта в ослабленном состоянии, соответственно, он разряженный. Вот видите, вы как это дело сюда идет, мачта у вас взводится. Вот этот, вы его сюда берете, и когда вы тут открываете, вот этот, вот эту досточку вертикальную, она находится вертикально. Вот здесь упираете ее в порог. Вот уперли. А вот этот низ болтается, вот он. Вы тут ставите ему. Сейчас покажу, что ставите. Другую палочку вертикально ставите, вертикально. То есть это вертикально, а вы ставите горизонтально. Чтобы было как здесь. Вот, видно? Берем обычную палочку, и вот когда эта штучка просится вверх, то вы ее препятствие делаете. И на это препятствие, соответственно, потом садится дикая птица. Это как спусковой крючочек такой. Что происходит, когда садится сюда птица? Вот смотрите, вот она, мачта взведена. Птичка села. Но вы регулируете прямо на самый кончик, чтобы только-только птица села. Раз, и это дело закрылось. Смотрите. В данном случае здесь вот палец пролазит, ну где-то сантиметра полтора. Это ничего страшного. Вы берете уже дома. И вот эту вот веревочку на эту мачту наматываете. Ну вот сюда ее опустили. Мотаете раз виточек, два виточек. Может быть там надо пять виточков. Это уже регулируете по месту. Вот, намотали. И теперь видите как? Теперь закрывается плотно. Ну даже если у вас будет тут 5 мм зазор, ничего страшного. Не прибьет лишний раз перья у птицы. В общем, понятно. Этот зазор убирается таким... регулируется, вот тут наматывается и все. Также и сторожок этот можно будет подмотать, если он большой. Вы его наматываете вот вокруг своей оси, он наматывает. Вот видите, где он привязан? Сейчас покажу. Вот здесь. Также подмотали, как вам надо. Ну, допустим, вы вот зарядили, а он тут короткий. Вы нитку подмотали, чтобы он упирался как раз четко. Все. Это дело таким образом работает. Закрылся и пожалуйста. Значит... Западок этот сделан из бука, ничем не обработан, ни маслом, ни лаком, ни воском. Ну, по желанию заказчика, кто что попросит, обработаем. Здесь сейчас попросили просто вот чистый сделать и все. Значит, смотрите, рядом стоит аналогичный, только другой, немножко у него размеры. Длина у него чуть короче, ширина у него чуть больше, высота примерно такая же, но... Его особенность, чем он отличается? Он полностью деревянный, сделан из шпажек. Если здесь у нас стоит буковое дерево, буковое, твердых пород, и проволока, нержавейка. Здесь у нас стоит уже дерево хвойных сортов дерева. Значит, здесь все идет из дерева. Шпажки у нас идут деревянные. Вот они, все это крепкое, все это воды не боится. Мачта у нас тоже деревянная, сторожок у нас деревянный, вот, пожалуйста. Тут
Тут тоже все это дело подматывает. Видите, как вот тут большеватая веревка. Ну, ничего страшного, вы просто подматываете эту веревку на эту ось, намотали, как вам надо, отрегулировали. Если немножко не подходит, допустим, здесь пяточка короткая, ну, уберите другую, поставьте палку. Все. Также, значит, как здесь работает? Здесь перед тем, как завести, перед тем, как зарядить западок, вам надо завести вот этот завод. Это как бы такая пружина. Это вот если проволоки столистой хорошей нет, то раньше, во времена, ну, скажем, наши дедушки, прадедушки, делали вот такую веревку. То есть вы его накручиваете, и мачта у вас становится вот, видите, как четко работает. То есть это все держит веревка, обычная капроновая веревка, которой сапожные мастера делают, прошивают обувь. Все то же самое, зарядили. Сюда вы насыпаете семечки. Хорошо на семечки птица идет. Кстати, сюда вы тоже на приманку сыпите еще и семечки. У этого западочка тоже есть специальная дверка. Вот она. Здесь небольшой такой крючочек. Дверка открывается и в ту сторону, и в эту сторону. Вот. Надо будет упорчик сделать. Вот видите, раз. Ну, такая вот маленькая дверочка. Значит, этот западок у нас сейчас поедет в Крым, в Симферополь. Так, а этот западок у нас поедет в Тюмень. В общем, вот такой, друзья, обзор. У кого остались вопросы, спрашивайте. Все, что знаю, расскажу, поделюсь информацией. Кому нравятся такие западки, вот этот западок у меня индивидуальный заказ человек попросил. Делал специальный размер, а такие западочки у меня еще есть, но есть чуть поменьше. Если надо, сделаем. Так, что еще? Этот обработан самоварным лаком, так назовем. То есть лак варится в домашних условиях. Это, конечно, очень все трудно, но при желании заказчика все сделали. Вот. Значит так, все это дело пакуется очень основательно, обматывается специальным картоном, потом идет специальный материал, который предотвращает повреждения в процессе транспортировки. То есть почта везет это дело все аккуратно, там ставится маркировка, что товар хрупкий, везти с осторожностью. И все доходит в целости и сохранности. Плюс я его качественно пакую, надежно, и все хорошо. Для сравнения, вот такая клетка, обратите внимание, она еще больше. Длина у этой клетки 70 сантиметров, высота 50, ширина 30. Тут будет две дверцы. Вот клетка сейчас скоро будет уже готова. Подходит уже к завершению. Сейчас покажу вам с этой стороны. Так выглядит большая клетка для канареек. Ну, вы представляете, да, какая она хрупкая? То есть ее поломать, мне кажется, легче. Но вот даже такие большие клетки доходят целые, все хорошо. Тут будет вторая дверка, здесь будет поддон выдвигаться. Вот, все без проблем довозит. Друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заказывайте западки, заказывайте заранее, потому что как изготовление занимает определенное время. Чтобы не создавать очередь, заказывайте заранее. Буду вам с удовольствием делать и отправлять. Всего всем хорошего. До скорой встречи. До свидания.